Добрый день, зрители нашего YouTube-канала, и с вами я, Ольга Сальникова. Сегодня мы с вами узнаем, как сделать вот такие красивые красные листья у нашей пуансетти, и что нужно делать, чтобы они оставались такими красными и яркими как можно дольше. Как из красной сделать зеленую? Или из зеленой красную? Давайте разберемся. Для того, чтобы ваша пуансетти стала красной, необходимо соблюдать несколько простых правил. Все дело в световом режиме. Перед тем, как задать пуансетти новый цветовой режим, вы можете ее подкормить любым удобрением для комнатных растений. Для того, чтобы листья пуансетти стали красными, вам необходимо будет ее на 12-14 часов помещать в темную комнату. Температура воздуха должна оставаться 16-18 градусов. В таком режиме пуансетти должна прожить 8 недель, а затем ее нужно возвращать к обычному режиму. Продолжительное освещение, пусть и искусственно, сдерживает появление бутонов, но за счет этого листья становятся гораздо шире и укрепляются еще больше. Спустя 2-3 недели после применения практики короткого дня растение уже начинает формировать свои почки, и при дальнейшем пребывании пуансетти в таком режиме начинают зацветать яркие предцветники. Чтобы пуансетти радовала вас своим ярким, прекрасным видом от 2 до 6 месяцев, необходимо соблюдать температурный режим. Он должен составлять от 14 до 17 градусов, тогда в течение 2-6 месяцев вы сможете наслаждаться яркими красками. Если у вас есть свои фирменные секреты, как сделать пуансетти из зеленой в красную, то, пожалуйста, поделитесь с нами в комментариях. Вот такой нехитрый секрет поможет вам добиться красивого яркого цвета у нашей пуансетти. Спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем очень рады обратной связи. Пока. До скорой встречи.